Пилат не хотел, чтобы казнили, убивали Иисуса Христа. Это сделали фарисеи и книжники. Они до сих пор против воли Божией. И за это, дорогой мой друг, читай Библию, держись за спасение, держись за Иисуса Христа. Бог хочет тебя знать лично и лично жить с тобой. Аминь. Благослови тебя, Господь, и сохрани. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Слава Богу.